Область готовится к сбору урожая. Благодаря внедрению новых сортов в прошлом году Курский регион заготовил рекордные 5,5 миллионов тонн зерна. В этом сезоне аграрии стараются удержать высокие показатели. Прогнозы и селекционные перспективы они обсудили в Касторинском районе. Наглядный пример результативного ведения хозяйства – агрокомплекс Мансурова. Правилами успешной работы аграрии делились с коллегами. Высокие показатели здесь связывают с развитием собственного производства семян. Экономика, она показывает, что разводить собственные семена, выращивать собственные семена намного выгоднее. А с учетом того, что наш агрокомплекс обрабатывает более 24 тысяч гектаров земли, вот, у нас требуется постоянное сортообновление. Прошлый год порядка 25% наших полей дали урожайность 100 и выше центнеров с гектара. Это на самом деле очень серьезные результаты. Сейчас в Касторинском районе культивируют 16 сортов элитной пшеницы, тритикали краснодарской и сои орловской селекции. Среди новинок сорт «Алексеич» – рекордсмен по урожайности в России. Позволяет собирать свыше 130 центнеров зерна с гектара. Заинтересовали аграриев и всходы тритикали. Все ученые прекрасно понимают, это культура будущего. Почему? Потому что не нужно столько удобрений, не нужно защиты. То есть растет на кислых почвах где угодно. Морозы и засухоустойчивые, все сорта хорошо адаптируются. В зависимости от почвы и погодных условий растения удобряют. В каждую обработку добавляется здесь инсектицид, который предотвращает насекомых, фунгицид, который предотвращает болезни, микроэлементы, которые делают поддержку растений, помогают ей усваивать те удобрения, которые в земле. В агрокомплексе Мансурова новое зернохранилище. На конезаводе завершается строительство современной машинно-тракторной станции и административного корпуса. Анна Сухова, Юрий Творогов, Вести, Курск.